Завтра, 27 апреля, в столичном техникуме коммерции пройдет торжественный пленум Союза журналистов. На мероприятии будут объявлены итоги конкурса на лучшую журналистскую работу прошлого года. И состоится традиционный прием новых членов в Союз пишущей братьи. Те наши коллеги, которые проработали в средствах массовой информации 5 и более лет, они вступают в Союз автоматически. То есть мы их всех считаем членами Союза журналистов. Им только достаточно написать заявление о перерегистрации в Союзе журналистов. Также на пленуме планируется принять кодекс журналистской чести. Начало торжественного пленума назначено на 11 часов утра.